Всем привет! С вами интернет-магазин antlife.com.ua и меня зовут Александр. Хочу сделать просто кратенький вам такой видеообзор на модель GUG5 Advanced. Хочу ответить на несколько вопросов, которые люди зачастую задают. Первый вопрос. Самое основное. Модель, во-первых, полностью идентична стандартной версии, той, у которой 1,4 гига, собственно, оперативной и встроенной памяти. Модель имеет такой же аккумулятор, то есть нет никаких утолщенных крышек, нету никаких пресловутых 3000 мАч аккумулятор, то есть разработчики не пошли по аналогии с моделью GUG4, у которой есть две версии, есть 1850 мАч и есть вариант с 3000 аккумулятором. Здесь такого нету, что Advanced версия, что стандарт версия идет с аккумулятором на 2000 мАч. Сейчас я вам это продемонстрирую, а вы сможете на это посмотреть. То есть, по факту, как бы, если так разобраться, то основным отличием этой модели от стандартной версии является всего лишь разница в памяти. То есть это 2 гигабайта встроенной памяти, точнее оперативной, и 32 гига встроенной. Против 1,4 у стандартной версии. Очень неудобно открывается вот эта вот крышка. Зачем так было делать? Для меня загадка. Не могу открыть никак. Так, открыл. Значит, смотрим. 2000 мАч. Доказательство того, что это Advanced версия. Есть вот это вот 232. И как бы больше тут таких особых отличий нету. Плюс ко всему, эти отличия есть вот на коробке. На коробке тоже есть 232. Коробка у нас абсолютно такая же. Ничего тут отличительного нету. Это зарядка USB и переходничок. Ну и непосредственно наш смартфон GUG5. Кстати, для меня до сих пор не ясна вот эта вот надпись G4/G5. Как будто этот аккумулятор подходит. С таким же, с разной емкостью, с разными вот этими всеми параметрами. Сейчас запущу для вас Antutu. Antutu, который покажет вам, что это действительно 2.32 версия. Ничего нигде не останавливаю. Все записывается одним кадром. Наш GUG5 включается. Экран шикарный, корпус шикарный, дизайн не шикарный, дизайн мне не нравится. Давайте смотреть, собственно. Antutu. В Antutu набирает данная модель порядка 16-17 тысяч баллов, вот вы это можете видеть. Ну и основное, это объем памяти. Памяти здесь 1983 оперативки, то есть это 2 гига, и 32 встроенной памяти. Видим, что это модель GUG5. То есть, по факту, вы сможете просмотреть полноценный видеообзор на модель GUG5 вот по ссылочке, которая будет здесь. Там я рассматривал стандартную версию 1.4, но она ничем не отличается от Advanced версии, кроме как объемом памяти. Если разница между GUG4 стандартной и Advanced версии были, там была поддержка и отсутствие поддержки OTG кабеля, там была память, там был аккумулятор другой, то здесь будем переплачивать, будете вы переплачивать нам, а мы, естественно, китайцам, за объем 2.32. Спасибо, оставайтесь с нами, ставьте лайки, кому нравится. Всего доброго!